Всем привет! Сегодня я решил на Sberbox Top установить свои приложения. Допустим, у меня загружено через сайт Сбер два приложения. Я попробовал sendfile.tv, но почему-то он не работает, он в сети не видится. Я пока с ним не разобрался. Я загрузил приложение Лампа. Давайте посмотрим, как оно будет все установлено. Мы нажимаем установить. А дело в том, что загрузил я его вчера, а сегодня оно появилось. Я пробовал сразу после загрузки, оно не появлялось на приложении. Ой, на приставке. Ну, видимо, попозже подтягивается. Видимо, там через облако как-то идет. То есть мы можем либо в другой раз это сделать, либо перейти на главную. Переходим на главную. Можно перейти... на главную, значит, домой. И теперь давайте посмотрим. Вот, sendfile.tv. Вот таким образом он выглядит. Вот так он выглядит. Но почему-то пока не работает. Но я не разобрался с ним. Вообще есть такое желание не через сайт, а просто передавать, как на Android приставке, сюда файлы. Любые. Хоть АПК, хоть какие. Теперь ищем лампу. Вот она лампа. Немножко не оптимизирован значок. Ну, вот так. Запускаем лампу, выбираем русский. Здесь я рекомендую всем все-таки делать синхронизацию, то есть регистрация на kubevatch, www.kube.watch. Здесь свое мыло, здесь свой пароль. И это будет синхронизировать ваши закладки и все остальное. Сейчас пока я не буду вводить этого ничего, по понятным причинам. Так, интерфейс я всегда оставляю такой, какой есть. Либо мне что-то, если не нравится, я его меняю. Плеер ставит. Можно Android, можно встроенный. Ну, наверное, все-таки встроенный можно попробовать. Если он не пойдет, тогда уже Android. Парсер мы всегда включаем. Да. Оставляется здесь все. Торсерф. Я, вы знаете, торренты не смотрю, поэтому я оставляю как бы все без настроек. Здесь тоже я ничего не меняю. Плагины. Алиса отправляет сообщение в телегу. Так, и рекомендую. Вот популярные плагины. То есть раньше мы писали, добавляем плагин и пишем вручную. Сейчас этого ничего не нужно. То есть я ставлю по умолчанию популярные плагины. Если они еще и от лампы, так еще лучше. Назад. То есть вот от лампы я его ставлю. Клубничка, кого интересует. Как-то она не всегда работает. Вот плагин проксирования постеров. То есть у кого постеры не показывают картинки фильмов, вот его нужно ставить. Все, то есть еще какой-то бета есть, там плагин для просмотра IPTV. IPTV я тоже не смотрю. Единственное, что был еще какой-то плагин по кинопоиску. Проверка новой версии. Я тоже ставлю. Пускай, может быть, лучше будет. Хотя, не знаю, как это будет обновляться на этом. Так, последнее, главное, закладки. Нравится. Я вот ставлю позже, чтобы я не забывал, что я там на позже. Все, остальные настройки я вообще не трогаю. Единственное, да, название можно менять. После чего мы выходим. Можно перезагрузить устройство, но можно и не перезагружать.
Пишем, да, ой, открываем дальше. Подгружаются плагины. Вкладку фильмы. А, синхронизации нет, да. То есть синхронизации нету, и, естественно, мои фильмы не подтянулись. Ну вот еще можно следить за вкладкой релизы, то есть здесь вот прям, как только что-то новое выходит, то в этой вкладке появляется. Нету вкладки для взрослых фильмов. И здесь, естественно, нужна синхронизация. Но я могу, конечно, включить что-то, посмотреть. А, ну вот обновление появилось. То есть давайте посмотрим. У меня версия стоит 7.8.4. Если кому-то нужна версия лампы, ну, одна из последних версий лампы, заходите в наш телеграм-канал, ссылка будет в описании. Там можете скачать АПКшник. Правильно? У вас установлена последняя версия. Все. Вот таким образом лампа работает на нашем Sberbox топе. Вот так вот все выглядит. То есть, ну, остальные приложения вот у меня такие. То есть я больше, кроме как Sendfile to TV и лампы, больше ничего не ставил. Выгружать приложение вы умеете, да? Допустим, если нам не нужна, долгое удержание, сгрузить и выгружаем. Вот, короче, такое вот видео. Если вам понравилось, ставьте лайки. Не понравилось, ставьте дизлайки. Задавайте свои вопросы в описании под видео. Подписывайтесь на телеграм-канал и на наш чат. Ссылки будут в описании. Все, всем пока.